тут он очень популярен. Большие группы туристов, пропавшие по джунглям в сторону пляжа, доказательства. Удивительно, многочисленных джунглевых обитателей почему-то не спускались толпы. Никто не разбегался по густому ветвя. Наоборот, таких общественных и непугливых лесных жителей я не встречал. Обезьянки блумили на идущих по тропе, а крошки-пираты, ну те вообще явно целенаправленно поджидали туристов в надежде на спасение. Кстати, на пляже эти пираты превращались в воришек. Они деловито и торопясь копошились в оставленных сумках и рюкзаках в поисках еды. Однако рассказывать проказников за воровство полтавы заповедники строго запрещено. Он был просто невкусен. Следует вежливо и доходчиво объяснить парашку, как это некрасиво. В национальном парке Сан-Антонио вот это уже достаточно безопасно. Именно поэтому этот парк не вяжется в океане. Однако на страшных диких пляжах лучше не расслабляться.